Сотрудники администрации Ленинского городского округа посетили православный социально-реабилитационный центр Тихвинской иконы Божьей Матери, чтобы передать благотворительную помощь. Заместитель главы муниципалитета Ольга Домоневская и начальник территориального отдела 6-й микрорайон Татьяна Спирина привезли несколько пакетов с вещами для женщин и девочек. Это повседневная и верхняя одежда, а также обувь. Приехали, привезли вам одежду и вот чаю вам. Огромная благодарность. Тем более все вещи, которые сезонные, которые нам сейчас нужны. Спасибо большое. Представители реабилитационного учреждения рады любой помощи, ведь такая поддержка помогает им чувствовать себя нужными. Замечательный центр, нам очень понравилось. Поговорили с женщинами, которые находятся в трудножизненной ситуации, как они живут, и условия, в которых они проживают, очень приближенные к семейным, к домашним. Дети учатся, сами они обучаются, получают профессию. Администрация Ленинского городского округа помогает реабилитационному центру не только вещами. В этом году были выделены средства на реконструкцию веранды, смонтированы ящики, где теперь хранятся расходные материалы и еда.